Сегодня 26 сентября 2018 года, среда. Я вот около Володи Пащенко дома, бывший Калашникова. Вот решил поснимать природу, как говорят, натюрморт. Помаленьку. Вот вижу окошко там вверху, и там даже видать, что голуби сидят у меня. Охота на улицу, а я не выпускаю. А почему ястреб? Я увидел уже задранный. Основные птицы улетели, а он теперь охотится за этими. Вот черемуха, листья облетели, рядом малина. Ну, тоже это не представляет такой красоты, пока уже ободранная. А это вот рябинушка, рябина. А там, вон, видать, через листву Алексея Усинова домик. Дом большой, конечно. Вот так. С этой позиции посмотреть маленькие ранеточки. Я потом везде проеду и покажу, как. Вот, теперь повернулся на другую сторону. Это вот подвал. Вот он здесь, подвал этот. Роса еще у него не сошла. Она блестит на солнце. Вот. Я поеду сейчас по разным местам. Сейчас на подвал залезу и сверху попытаюсь обозреть, что вот этот шпалы. Вот у нас нынче упал наш брат сюда. Вот в это место, где вот наложено. Ибо взял так, что не расшибся. Дальше вот, видать, железная дорога. Вот поезда тут бегут. Может, появится даже. И мороза еще нету. Так, мало где осина. Осина как свечка горит. Вон там он где-то появляется. Видите, посередине. Это осина. А остальное тополь. Тополь самый золотой. Прямо золото одно. Вот он где. Золотая осень. Левитан. Ничего вроде нету такого. А смотришь, интересно. Вот березняк. Это рядом здесь. Там большие кущи земляные, видать. Это кущи силосной ямы. Копали когда-то. Вот так. Вот первый дом, который построил батюшка тогда. А рядом вот первый дом Иосиф строил. Вот будут жить люди тут. Вот отсюда я вижу мою балерину. Вот она, балерина. Балерина. Что она означает? Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Аббревиатура такая. Трехэтажная. И вот дольше всех зеленеет ветла. Вот она какая. И одного листика желтого нету. Так, все здесь видно. Здесь осень кукурузы. Все. С другой стороны дом Володи Пащенко. Как раз мы окна в окна смотримся. Это вот, где я нахожусь, называемый скворечник. Вот эти какие кресты. Из стекла покрашены. Вот что осенью как выглядит. Это первая моя голубятня. 9,60 от земли крыша. Все закрыто, чтобы туда не попадали. Ястреба сейчас ловит голубей, и пришлось запереть их. Сидят заперти. Это вот, видать, как это столбы ставили, тут что-то загораживали, цемент или что вот такое наросло. Ветла она очень такая. И желтизна удивительная. Это я нынче отпилил, они быстро много растут. Ветла. Это да, ростки такие. А это от музея комплекса теперь осталось. Вот здесь дети качаются, подниматься. Можно самоподъемник. Ну, разное. А на той стороне это гнездо Устиновых. Трое. Три дома.
Вот в ветвях плохо видно Алексей с красной крышей. Вот это дальше родители его живут. Вот такой, да. А дальше это Андрей, сын. И вот все везде у нас тут деревья. Никто их не сажал. Ну, только как березы возле деревни. Раньше подъезжали к Потеряевке, рядом уже прям, ну, полкилометра, километр, и спрашивали, а где тут Потеряевка, далеко? То есть ее не видать, Колки называется. Но у нас звали не Колки, а Колки. Вот так. Я сейчас проеду везде показать, как, с какой позиции, как видно именно для деревьев, красоту осеннюю показать. Это первый дом из Самана, потом батюшка обложил его. Мы искусственно здесь выкопали пруд. Здесь большая была куча глиняная, гора. Ну вот ее сейчас все растащили, подняли дорогу. Вот она где, с какой стороны видать. Это вот первый домик Иосифа. Теперь он принадлежит нам, принимать гостей. А так закрыты. Вот глубина пруда 2 метра. Два бульдозера были наняты. Выкопали. И вот тополя. Тополя тут опасен, но красота-то какая. Вот. И рядом березы. Это осенью только там уже такой. Вот золотая осень. Вот, пожалуйста. И везде скворечники. Повторяю, раньше, когда у отца был сад тут, огород, то у меня было 123 скворечника. И все заняты. Не занято ни одного не было. Это рядом Глушков, Виталий Устинов строился. И вот здесь клен желтый и ветла на этом фоне. И дальше вот провели бетонные столбы, электрики, кабель. Тут все как надо. Там далеко, видно, Алексей идет. Вот так. Сейчас я поеду там по околкам везде показать, какая там красота. И здесь вот определенно видно. Ну, солнышко тут и мешает. Березки. Прямо на бугре растут 3 березки. Ну, дальше уже нельзя корни оголять будет, они упадут. Это я вот здесь, где у нас саманный домик, это Романа Малыша, контейнер остался тут. Это вот здесь вот, большие тополя. А дальше целая аллея тополей, и как они идут эти, красота какая. Алексей прибирается к дому, тут нас застал. Вот, клен. Здесь Нина Шадрина, родная сестра Нина Васильевна, Надежда Васильевна, жены моей. Вот показано, как дальше там тополя, тоже ряд растет. Туда сейчас поеду. Это Нина Васильевна Шадрина, родная сестра Надежды Васильевны, говорил я. У нее сосенка стоит. Видите, как, тут же рябина. Ну, а это сирень. А вот здесь живет Неонила Глушкова. Я у нее сейчас зайду, посмотрю, что у нее тут есть. Вот так это липа, видно, растет. Береза. Вот тут Мещуков тоже сосна. Зимой и летом одним светом. Ну, красота. Красота. Там у батюшки много берез, он там окна его видать. Неонила, любительница цветов. У нее всегда цветов много. Вот уже осень. 26-е. Завтра престольный праздник у нас в городе Крестовоздвиженская община. Воздвижение Креста Животворящего.
Вот, конечно, повяло. Вот, видите, дальше не пойду. Там видно сады дикие. Вот она выйдет и такую красоту видит. Вон у соседки там красная. Я даже не знаю, что черемуха или что выше. Тоже сосенка. О, какие пионы тут. И розы, и чего только нету. Придут там, украшают в храме, где иконы есть. Украшены в окнах. А это калина. Не рябина, а калина. Вот она, калинка. Калина с медом хороша, говорят. А мед говорит, я и без тебя хорош. Вот так и смотри, за кого замуж вышла. Кто кого украшает. Это у нас гостиница, как бы. Саманный домик называется. Вестики здесь отдыхают, приезжают с собачками Пупков. Журналисты, когда бывают, кто приезжает с ночевкой. Я вдоль улицы передвигаюсь. Там далеко из дома на работу себе пошел Алексей Евсинов. А здесь машина стоит, его брат Андрей помогает. Что-то тут делают у Плотниковых. Володя решил эту крышу не в таком направлении, а перевернуть в другом направлении, чтобы скат был на улицу. Батюшка так говорит, помоги ему, Господи. Это батюшкин дом. Весь березами вставлены. Видите, как сам своими руками садил. В городе никак это нельзя. Я привез березки, посадил, утром встал, все скрученные и вырваны. Перед окнами, а живем на Ползунова, частный сектор, вот зависть. Вот тут бывший крест, который был на крыше, его сделали на стену. На крыше свой крест. Тут вот зеленая липа. Вот где зеленая. Это березы. Ну, это барабаша кормильца нашего. Игоря Александровича. Вот и дом тут его. Тоже похоже липа. Большая. И там сейчас поеду я, придется показать с той стороны лес. Далеко уехать, как бы к линии железнодорожной. Это я заехал с обратной стороны, со двора у барабаша. Это его сено. Сено. Там сено много держит скотина. Помню, 36 крупного рогатого скота было только. А рядом березы. И здесь ложбинка, по которой вода течет. И посмотрите, как ровно-ровно стоят тополя, как кто их подстриг. А какая красота. Сегодня ни облачка нету. Тут, вот там наверху это гнездо какое-то раньше видно было. А то тут куда ни глянь, все его техника. Там далеко дальше, видать, его склад. Вот он, открытые ворота. И вот в этой красоте бывает, людям не нравится. Ни крокодилов, ни скорпионов, ни змей, ни львов, ни тигров. Ничто не угрожает. Вода рядом, прекрасная вода, земля чернозем. Живи, радуйся, благодари Бога. И вот дальше тот околочек, мимо которого мы сейчас проезжал я. Вот. И там черемуха, видать. Вот оно как. Это сады колхозные были, хорошие. Эрих Яков Севастьянович, немец, тут заведовал. Специалисты, как о них пишут, Солженицын в архипелаге ГУЛАГ. Околочек. Околочек здесь, где кладбище находится. Тут сушилка была раньше. Дальше от колхозные сады. И все заросло
кленом. И между кленом так осталась борозда. Тут косят иногда промежуток какой. Вот так. Дальше березки растут. Вот отсюда, с обратной стороны, Нины Шадриной, видать. Вот он, домик ее. Ну, а здесь с обратной стороны, видать, это домик. Не ошибись бы только. Очень похоже, что плотникова. А дальше-то я вот пройду маленько. Крыша-то, видать, там дальше. Это барабаш. Рядом, видать, его баня. Вот. Это с обратной стороны я зашел показать. А то он, который там, когда лагерь был, туда идти. Вот это аллея из тополей. И березы. Красота. Трава еще в России. Я поехал рано помочить ноги росой. Это бывшие сады колхозные. Тут дорогу проделали, ее никогда тут не было. А дорога так она идет, вот заворачивается, и около барабашей выходит. Это опять тоже те же самые тополя. Вот там видно склад. Не склад, это видно гараж барабаша для трактора. Вот. С этой стороны вот это Нина Шадрина, Нина Васильевна. Вот так, видать, вот какая, смотрите, какая яркость, неописуемая. Береза, а рядом тополь, тополь так выделяется. И береза кустистая такая. А тут вот где березки растут, тут склады были. Отец показывал, еще стояли, говорит, это мой склад, все отняли. И рядом кучи фосфата привезли. Среди навоза живут, и фосфат заставляли покупать. Ну, тут и под дождем весь сгнил, землю ушел. Ну, а теперь болезни только. А вот это рядом жил Доримедонт, а его звали Медон. Он почему-то добавил ку, знаю, ку, как было ку, его ку Медоны звали. И вот этот околочек Медоновский. Доримедонт, правильно имя его. Это рядом с нами. Мы тут тоже бывали. Господи, помилуй, сколько людей было. 200 лет отметили Потеряевки. Так это по спискам, а поселились-то раньше. Вот я объехал эти сады. Дорога вот так прямо идет на кладбище, вот, если пересечь напрямую. Вот, дальше. И там, вон, не знаю, как называется этот околочек, батюшка лучше знает. Кладбищенский, или как можно назвать. А это вот тут что, уборка шла. Что у них тут было? Овес, наверное. Что-то так непонятно, плохо видно. Лежит, и, видимо, собрать не смогли. А почему? Непонятно. Но, судя по всему, овес был. Овес. А вот прямо это железная дорога, Барнаул-Кулунда, вправо Кулунда. А вот здесь налево, от деревни 4 километра всего, разъезд подсепный, возобновили его. Ну, это вот какой-то Мироновский, или как его звали. Назвали это по тому, кто рядом жил. Видимо, ему он и принадлежал. А это вот березы. И везде скворечники. Это уже не я вешал, это Виктор Николаевич Савченко. Молодец. Везде скворцы. А вот эта вот береза, она не она, ну, ее мать, скажем так, состарилась, береза рухнула. Тут мы всегда молились. Молились. Уходя, приходя. Здесь становились на колени. Помню, меня мама провожала ночью. Она не хотела, чтобы я один ехал. И шел, пошла со мной, взяли ружье с зарядами. И вот здесь я обернулся и выстрелил в березу. Ну, повыше головы,
Зачем? Ну, не знаю даже зачем. Вот надо было ночью стрелять. А потом маме дал. О, едет там кто-то. Да кто же едет? Барабаш узнает, как тот, что. Он, видимо, на велосипеде, я вижу, след велосипедный ездил. Так. Сейчас мы его расспросим, куда он едет. Видимо, тут у него пшеница не убрана или рожь, не знаю, что-то. Не рожь, а во всяком случае, ячмень может быть. О! Это Терентьев поехал. Я его поприветствовал, он смеется. Хороший парень, неженатый. Кончил университет. Сейчас отцу помогает. Спокойный. Веры, ревности нету, а по работе работает хорошо. И вот колочек. Сейчас я проеду туда. Тут немного, может метров 700.